стреляли иногда по ночам, хрен знает, копали, копали. Они в них копали. А, они просто искали, она не помнила, где закопала, что ли, да? Нет, ну, понятно, нет. Вообще не передала, что не знал. Приехал так и сейчас, она ходит, одет вот так, откуда это? Жмык. Неделю нет, то полгода, за полгода не вижу. Давай ты нахуй. Ну вы слышали, что произошло? Ну слышал, в деревне все знают. А было очевидно, что она беременна? Это было видно? Я не замечала, это, во-первых, была зима. Ну как зимой можно? Одежда большая, объемная, поэтому тут трудно было разглядеть что-то. А что это за люди-то вообще? Это семья именно, да. Нормальные люди. Сходите, посмотрите сами. А семья большая у них? Так, раз, два, трое детей. Трое детей. Дети взрослые все? Да. Ну, Марина и, видимо, братья и сестры, да? Нет, старший у них кто у них? Старший Марина. Потом у них, по-моему, Антон. Да. Потом Аня. Да, трое. А живут они с родителями или нет? Аня живет отдельно, вообще не здесь. Антон здесь живет. А Марина замужем она? Не знаю, вроде не замужем.